Сегодня урок физкультуры в 10 классе ведут два учителя. Так проще показывать элементы самбо. Старшеклассников учат самостраховке при падении. Дети отрабатывают элементы сначала самостоятельно, потом в схватках. В пару с удовольствием встают и девочки. У нас в школе очень модно стало, потому что у нас новый учитель физкультуры, который является чемпионом Московской области по самбо. И он очень хорошо учит, получается, показывает нам всем приемы. Ну, мне нравится это ощущение, когда ты занимаешься самбо, и, да, в каком-то плане адреналин. Заставлять всех заниматься самообороной без оружия здесь не собираются. С борьбой просто знакомят, а вдруг пригодится. Конечно, мы понимаем, что не каждый ребенок может выполнить бросковую технику на 5 баллов и стать чемпионом, но хотя бы он будет знать, что это такое. Вот даже это в жизни очень сильно пригождается. Например, вот сегодня гололед. Если ребенок умеет страховаться, и вдруг он подскользнулся, он умеет принять нужное положение и не травмироваться. Самбо вчера, сегодня, завтра. Круглый стол под таким названием прошел в госуниверситете. Его провели в дни чемпионата России по самбо. В Министерстве образования республики надеются, что чемпионат станет толчком для развития единоборства в школах. Мы надеемся, что вот в следующем году, в этом учебном году, мы сможем обучить наших тренеров-преподавателей, наших учителей физкультуры. На круглом столе говорили, главное, чтобы это не внедрялось в интересах какой-то группы людей. Необходимо продумать разные модели уроков, чтобы охватить побольше детей. Пока ученики довольны и не чувствуют, что самбо в каком-то приоритете по отношению к другим видам спорта. Сейчас, в настоящее время, к любому спорту очень хорошо относятся, потому что это стало модно быть здоровым. Юлия Кучеренко, Евгений Евдокимов, телеканал «Ника плюс».